будем с вами шить шапку по готовой выкройке, ткань должна тянуться поперек, таким образом, чтобы она растягивалась. Обводим выкройку. Вырезаем по выкройке шапочку. Выкраиваем манжет из основной ткани, манжет для шапочки. 35 сантиметров и высота 10 сантиметров. Складываем изнанка к изнанке и по лицу, по контуру прострачиваем на верхотуре. Теперь для резинки мы складываем лицом к лицу и прострачиваем. Выворачиваем и складываем ее пополам. Прикладываем шов ко шву сбоку, скалываем иголками. Равномерно ее распределяем. Можно сшить такую резинку из основной ткани, либо из рибаны, кому как больше нравится. И прострачиваем ее на машинке. Все хвостики я заправляю в строчку. Я их стараюсь не обрезать. Так получается аккуратнее, не видно, где начало, где конец шва. Выкраиваем варежки-царапки. Нам нужно таких 4 штучки. Из рибаны выкраиваем манжету размером 11 на 8 сантиметров. Штуки. Берем отрезок там, где 11, складываем в длину пополам и прокладываем шов. Выворачиваем, складываем пополам и прикладываем к самой варежке вовнутрь. Обрабатываем на верхушке. Такая варежка у нас получается. Хвостики заправляем иголкой. К комплекту я добавила платочек размером 20 на 20. Просто обработала его на верхушке по контуру.